мы были союзниками и соперниками Римской империи, на минуточку, да? И армянские цари после Тиграна Великого, который подписал фантастический мирный договор с Помпеем и одновременно с парфянами, с Фратом III, армянские цари ездили получать корону у Рима. И монеты «Армения датур», «Армении дана корона», это с гордостью печатались в Риме. То есть я не говорю уже о Киликийском царстве, которое возникло с благословения Фридриха Барбароссы и Ричарда Львиное Сердце и Папы Римского. На минуточку, наш последний царь покоится в Сен-Дени, в Париже. Ну ладно, сейчас не будем об этом. Армения — это Европа.